Всем привет, вы на канале Тыков КТВ. Сегодня снимаю видео, которое называется «My Little Pony. Едем на школьную экскурсию». Итак, начнем. Фух, доченька, слава богу, мы успели. Фу-фу-фу. Ой, успели. Да, мама, я знаю. А, хорошо, что все же у нас Бизбит нашелся и он нас провожает. Ну чего ты, чего ты? Кстати, ребят, а вы знали, что вышел второй трейлер «Капричи дракона 3»? Я его уже смотрела. И, так скажем, мои комментарии очень крутой. И мне очень понравился момент, где Беззубик вместе с Дневной Фурией в небе там летали вместе. Очень крутой трейлер. И еще мне понравилось, когда Дневная Фурия скинула Икинга с Беззубика. Это было смешно. Я вообще фанатка, если я очень следила за этим 25 октября, прям после, наверное, 5 или 10 минут выхода этого трейлера, я сразу же его посмотрела. Было очень здорово, ощущение, уже хочется посмотреть. Ну так, ладно. А где же моя подруга? Вон уже собрались все. Так, кто на экскурсию школьную? Собираемся, собираемся, давайте собираемся. Да, директор я. Уже вас жду, давайте, где вы? Ой, как мне страшно, не хочу на экскурсию. Ага, ничего страшного тут нету. Фуф, фуф, не опоздали? Нет, надеюсь, мамочка. Ой, привет, Ральти. Привет. Ой, хорошо, что я успела, мы с тобой же вместе едем. Да, конечно, мы с тобой вместе. Вон наш автобус уже. Ой, как мне страшно. Это, извини, конечно. Что? Ой, что случилось? Беда, где? Кто? Да нет, никакой беды нету, но... Что? Я тебе еще раз говорю, что случилось? Мама, монстр! Где? Беззубик не монстр. О, дракон, что тут делает дракон? Это наш питомец, не бойтесь, это наш питомец. Дракон наш питомец, бри! А, ясно, ясно. Ясно. Такой хороший. Добрый. Ну ладно, давай пойдем. Ты взяла багаж? Я маленький, я его уже положила. Там. А, я еще нет. У меня вот тоже такой нормальный. Ну да, причем мы едем где-то, ну, на 3 дня. Ой, как я волнуюсь, ты впервые в жизни уезжаешь. Ой. Ну, веди себя хорошо, доченька. Ой, ладно, мы пока пойдемте уже к вашим подружкам там, да, одноклассницам. Угу. Да, доченька, правда, надо идти. Ой, сейчас я возьму колясочку. Тык-дык, тык-дык, все. Иди, иди, парни. О, девочки, что вы там? Медлите, а ну-ка, проходите. Извините. А, меня подождите, Соди. Так, ну что ж, ждем еще 5 минут. Вроде больше никто по списку не должен прийти, да? Проверяем список. Так, значит... Так, давайте начнем сначала или с конца. Как вам угодно. Давайте сначала... Так, да, сейчас. Розочкина. Я здесь, я. Угу, так, есть. Так, дальше. Ой, блин, кто у нас идет? Так, дальше у нас записывалась Золотая. Я, Золотая, это я, все, я. Так, все, потом у нас записывалась Рарити... Принцесскина. Я, Ральти Принцесскина. Угу. И еще Флари Харт. Я, все. Угу. Так, все в сборе. Ну что, уже можно начинать погружение, так скажем. Да, хорошо. Удачи вам, все ученики. До свидания. Так, никто не боимся. Все, садимся в машинку. Ральти, ты можешь свой чемодан? Да, что с чемоданом? А, блин. Ты его можешь погрузить вон туда. Так. Вот сюда, будь добра. Угу.
потому что уже, ну, как бы другое место занято для багажей. Хорошо. Да, такая же фирма, как почти что в нашей машине. О, ясно. Ладно, давайте уже погружайтесь. Давайте прощайтесь со своими родными. Пока, мам. Пока, Флори. Пока. Без обид. Пока, мама. Пока. Пока. Мы уже одни приехали. Давайте погружайтесь. Вот уже сейчас вам открыли дверь. Ой. Так, я буду первой, так как я взрослая. Так, давайте рассаживайтесь. Хорошо. Ой, Писабик, ну куда ты пошел? Иди, иди. Ну иди. Давай иди. Давайте заходим. Хоп. Так, так, так. Теперь я. Хоп. Так, а теперь мы идем. Первая я. Ой. Так. Эй, аккуратней там. Да, аккуратней. Ой, надо заново садиться. Надо просто быть аккуратнее. Все, я пошла. Меня, подождите. Фу, успела. Подружка, я к тебе. Так, все готовы? Точно все, да? Больше никто не остался. Так, перекличка. Райли здесь, здесь. Флауэр Виш здесь, здесь. Так, давайте, диджей здесь. На, наличие. Ой. Так, а ты у нас, ну, и четвертый, что там считать-то? Так, все. Ханибан, главное тут. Все, все. Так, все, давайте прощайтесь. Пока, пока. Пока всем. Пока. Пока. Я упала. Господи, я упала. Так, надо меня крепче закрепить, а то как я буду машину свою... О-о-о, сейчас очки одену, и все будет. Ну что, едем? Уху! 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 Ребята, большое спасибо, что вы подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео, ведь нас уже 3000, да-да, 3000. И если вы хотите продолжение, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. И еще напишите в комментариях на моменте где-то 6-7 минут. Ну, вы заметили что-то странное? Что странное было на карете? Итак, кто первый напишет, тот того я пролайкаю. И всем пока! Пока-пока-пока-пока-пока! Пока!